Всем здорово, друзья, с вами Эрнесто, и это рубрика «Путь бомжа на Аризона РП», 38-я серия по счету. Напоминаю вам, что этот аккаунт я развиваю без помощи подписчиков, админов и доната, то есть с нуля, поэтому, братики, поддержите своим лайком. Также, если вы не подписаны на мой канал, обязательно жмите на красную кнопочку «Подписаться» и устанавливайте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Помогите мне добить 60 тысяч подписчиков. Желаю всем приятного просмотра и погнали! Ну чё, я подбегаю уже к боту Майклу, как обычно, принимаю квест «Ежедневное задание» в Паламино Хиллс. Здесь мы сможем получить, вы сами знаете уже что, очень хорошие призы. Я рассчитываю на одну золотую рулетку или 30 Аризона коинов. Всё, я принял, и побежали теперь к лежакам. Нифига тут у кого-то машинка бодрая стоит, блин, с ковшом, ЛВПД Карс, наклейкой Суприм, еще и Твин Турбо, наверное, и какие-то рога воткнутые. У меня такая тоже раньше была, и если честно, я по ней соскучился. Так, тут у нас пацаны отдыхают, но мы занимаем с вами третий лежачок, и все, в принципе, лежим так 30 минут, затем я уже включусь снова. Все, наконец-таки мне написало, что я могу завершить квест, давайте завершаем его. И я получаю 5 серебряных рулеток, но в принципе, это тоже отличненько, они стоят денежек, и потом в конце мы все с вами это, конечно же, продадим. Так, картошка, Блэк, привет, Ричард, привет тебе. Сейчас я, значит, прилетел на автобазар для того, чтобы попробовать продать свой Маверик. Так, мне нужно чуть-чуть подальше отлететь, чтобы на крестик попал. Вот, все, давайте посмотрим, за сколько сейчас вообще их продают. Вот какой-то человек стоит. 26 миллионов, офигеть, они что, подешевели, что ли? Смысла дороже выставлять я не вижу, потому что там стоит у меня жесткий конкурент и, естественно, купят у него. Так, мне в VIP-чат пишут 602, куплю Маверик. Я на АБ. Так, вот он подбежал, Артем, год 25. Блин, ну я его сам покупал, по-моему, за 27 или за 28. Сейчас за 26 вообще выставил, за 25 будет как-то не очень продавать его. Очень странный персонаж, просто взял, убежал куда-то. А нет, вот вернулся что-то, что-то хочет опять. Ну-ка, присел такой, сидит и не покупает. Да купи ты уже, ё-моё. Жми N и купить. Отдай ПЖ за 25. Год через евро пишет. Смысл? Все равно надо комиссию платить за него. Там меньше, говорит. Блять, что-то пахнет наебаловым, пацаны. Либо так покупай, либо первый кинешь евро. Не моя инициатива. Ну ты же продаешь. Да. Ну как бы я зайду с админки и его снесу нахуй. А если ты меня кинешь, говорит, я говорю, а если ты меня? Я первым боюсь кидать. Ну это разводило, короче, однозначно. Давай в банк полетели тогда. Го. Он, наверное, даже не представляет, что я сосновый администратор. И, в принципе, я его покараю просто по всем критериям. Все, мы летим сейчас в банк. Но я надеюсь, что он меня не кинет. Я чекну через форум. У него есть 42 миллиона наличкой. Поэтому, в принципе, аккаунт у него такой себе. Ну, достаточно жирненький. 38 уровень. Я не думаю, что он захочет это все потерять. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Давайте заглушим двигатель, и сейчас будет самое интересное, наверное. Так, он выбежал, и что будет дальше? Я покупаю Мавер за 25 000, в евро за 7500. Да, условия договора есть. Тайм, конечно же, прописываем, все четко. Сначала евро, потом Мавер. Без проблем, да. Так, кинул мне трейд, ага, хорошо. Я понимаю, что он очкует. Все, 7500 евро, подтвердить. Смотрите, sell карто. 720, 10 тысяч. Кинул ему Маверик. Все, он купил. Спасибо. Я думал, ты наебешь. Ну все, он оказался некидалый. Плюс ему респект. Артем Космарсон. Привет тебе передаю. Погнали в банк, обменяем евро и станем богатыми. Передаю привет. Так, мы прибыли к банку, сейчас я быстренько обняю евро, он еще согласился меня довести обратно до автобазара. Блин, пацаны, вот реально, будьте такими честными, если вы даже проворачиваете такие сделки. Так, давайте продать валюту евро, 7500. 7500 я продаю, получаю 25 миллионов 500, отлично. Пацаны, так, цена обычный. 10,5 говорит. Блин, по-моему, 10,5 это дешево, пацаны. Я, возможно, могу ошибаться, но может они подешевели, я их хуй знает. Но я, по-моему, за 13 или за 12 видел недавно, или за 14 вообще. Торг уместен? За 8. 8 мало, говорит. Давай 8,5 макс. Го-го-го-го. Через команду. Mountain Bike стоковый. 8500 без комиссии. Спасибо большое. Удачи. Ебать. Пацаны, все. Мой новый транспорт. Сука, стой. Дай замок. Бля, замок нужен по-любому. Я в него сесть не могу. Ку Эрнесто, блин, меня узнали. Все, он мне дал замок от души. Вообще, замок идет с комплектом велосипеда. Так, ну-ка. Горник, горник, горник. Блин, пацаны, я надеюсь, я не проебался, но взял я его явно дешево. Мне уже кто-то подбежал. Обмен не интересен. На что? На что он хочет обменяться, интересно? Скин сват. 20 кака плюс, говорит, сват стоит. Не понял. А велик?
сколько? У тебя сток? Да. Он мне предлагал обмен на скин в ценой 20 миллионов. Я что-то сейчас не понял. 17+. Да ну нафиг! Мне сказали, он стоит 17+. Да ну нафиг! Серьезно? Блядь, сейчас начнут писать постанова, блядь, постанова. Я уже вижу эти комментарии. Ладно, пусть что хотят пишут. Реально, давайте выставим за 18 миллионов. 13 как кто-то говорит. Не-а, подгона не беру. Теперь я почему-то засомневался в цене этого велосипеда, потому что только что подбежали и предложили 13 миллионов. Ну, может быть, он специально так скинул жестко. Короче, сейчас посмотрим по цены. Купил я его за 9, точнее за 8,5 миллионов. Он продавал за 10 500. Я сторганулся. Блин, ну, сейчас посмотрим, как пойдет. А нет, вот кто-то прибежал, 15 предложил, кстати. Го 15 кака. Двое людей по 15 предложило мне. Блин, так-то горник пользуется спросом. 16-17 его цена, но могут и 18 взять. Бля, срать хочу, пизда, пойду в ФК. Ага, очень информативно. Ебать, с 20к тебя смотрю и только первый раз встретил. Нифига себе, с 20 тысяч подписчиков смотрит чувак. Красавчик, красавчик, Голстар, привет тебе передаю. Я еще написал в вип-чат, может быть сейчас купят. Кто-то написал, что цена горника в вип-чате 16 миллионов. Я выставил 17, будем надеяться, что купят, и я уйду в навар на 9 лямов. А точнее на 8500. А я все до сих пор жду своего покупателя, пока его еще нету. Все-таки он мне предложил еще раз обмен этот Голстар на скин типа. Мне в чате Фомы сказали, что он стоит 20 миллионов. Но думаю, за 18 за 19 его заберут у меня. А велик стоит 16-17. Ну блин, все равно в принципе. Вообще, что происходит в этой серии? Что происходит на автобазаре? Я просто в шоке. Я продал Маверик, потом купил горник Твин Турбо и меняю его сейчас на скин Свата. Офигенно, блять. Переоделся. Сейчас он мне должен его кинуть. Блин, пацаны, на самом деле это жестко. Я еще таким не занимался. Так, все, я кинул ему трейд. Он мне кидает скин Свата. Да, Сват. Офигеть, просто фракционный скин, нелегальный. Я в шоке. Селка. Так, нет, просто вот так вот делаем, короче, вот и все. Ладно, шучу. Селка рто 326, 10 тысяч. Все, кинул. За 10 тысяч монтан байк. Теперь я снова без транспорта сейчас, по сути, остался. Удачи. Ну шо, пацаны, оденем скин сватовца? Вай, бля, вот это каша, пацаны. Ля какой. Напишите в комментарии, пожалуйста, прямо сейчас. Правильно я сделал, что обменял горник на этот скин или нет? Я учту ваше мнение, и мне будет реально интересно. Потому что, может быть, я жестко проебался, меня вообще наебали в пух и в прах, короче, не знаю. Тип только что подбежал, говорит, 17,5 даю за горник. Я пишу ему, где ты, блядь, раньше был? Ну, как обычно, закон подлости, пацаны. Теперь я зато без транспорта, без бабок, зато у меня есть скин Свата. Ну, нормально. Не, он что, реально сейчас купит за 17,5? Я стоял полчаса, за 17 не мог продать. Он тоже уже ждет, не может, видишь? Давай. Ну что, друзья, я прибыл на центральный рынок для того, чтобы попробовать продать, во-первых, этот скин, который у меня есть, и 5 серебра рулета, которые мне выпали с квеста. Давайте сейчас займем палаточку с вами. Ну-ка, давай, остановись сюда, продавать товар. Топ-продажа. Все, ставим сейчас скин Свата за 20 миллионов. Там с комиссией, наверное, вообще мне придет 18 где-нибудь, я не знаю, комиссия, потому что просто бешеная. И выставляем еще 5 серебряных рулеточек, 110 тысяч, нормально, думаю. И бронзовую также выставим за 20. А я пока отойду, похаваю там туда-сюда. Пацаны, купили скин за 19 миллионов 200. Мне пришло, офигеть, у меня на руках 38 почти. Но с комиссией 19 200 пришло. И это просто замечательно. Я не продал только, получается, рулетки. Блин, это круто, реально. Я не думал, что так быстро купят, еще и палатка в жопе мира где-то. Так, ну, в общем, у меня рулетки все купили. У меня сейчас на руках 38,5 миллионов стало. И я сдох от сраного коронавируса. Ну что же, друзья, на этом я уже буду с вами прощаться. Если вам понравилась эта серия и вы хотите, чтобы вышла следующая, то обязательно поставьте свой лайк. Ну и конечно же, если вы не подписаны на мой канал, жмите на кнопочку подписаться и установите колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. С вами был Эрнесто, всем большое спасибо за просмотр, всех люблю, пока-пока.